В рождественскую ночь, это будет период с 6 по 7 января, администрация Абакана мобилизирует внушительный поток общественного транспорта. После завершения богослужения от Преображенского собора начнут курсировать ночные рейсы автобусов и троллейбусов. Данные о месте и прибытии пассажирского транспорта опубликовала сегодня мэрия столицы. Ознакомиться с расписанием маршрутов можно в том числе и на нашем сайте tvrts.ru.